Всем привет, это я, мистер Вуф. Наконец-то будем делать тутор. Шо, погнали. Начинаю я обычно с ангудизера, просто добавляю его. И все. Ну, мелодию придумать не так уж сложно. Я обычно беру серум. Нам нужно создать свой сэмпл. Не надо качать пресеты. Это так. И ставим LFO 1 на главу. И получается вот так. Добавляем компрессию. Ставим здесь триггера. Это покрутим на где-то 54. Чтоб такой. Ну такой эффект был. Ну, и фильтр тоже добавим. И ребербирать. И все, больше нам ничего не надо. Все. А, блин. Ставим на 18 вот. Это вот. И покрутим вправо. Здесь ставим BPM 90. Это для трап мюзика. Или. Ну просто я хочу 90. Давайте сначала включим сангудизер. Вот. Вот здесь мы. Вот, четко. И копируем это. Так вот. Здесь удаляем. Теперь вот здесь. Мелодия для дропа есть. Ну, можно, кстати, добавить эффект sidechain. У меня специального плагина Kickstart нету, так что я использую Gross Beat. А качать этот Kickstart мне очень лень. Не хочется мне это делать. И, кстати, Gross Beat для меня удобнее, потому что здесь можно редактировать все, что угодно. Так, можно добавить вот здесь чутка звука. Добавляем. И еще раз копируем вот сюда вот. Теперь только вот это делаем на октаву ниже. Все, мелодия есть, теперь надо придумать аккорды, потому что ну надо просто здесь клонируем это и оставляем тут. Погодите, надо так вот. Ну все, теперь надо
написать аккорды. Ну, у меня уже есть заранее приготовлен, так что мне так особо мучиться не надо. Слишком тихо, очень тихо, очень тихо. Так. Здесь, пожалуй, добавим фрутипараметрик, потому что нужно. Как-то так. Ну вот, основная мелодия у нас готова. Осталось только добавить биты. Так. А чё так? И вот здесь добавляем наш типа дроп. Вот, чтобы такого не было, нужно добавить плагин эффектор или эффектор, выключить байпас и вот создать автоматизацию клипа. Где тут? И здесь копируем. Так, здесь вставляем, создаем, вставляем. И, ну, просто ее теперь еще раз копируем. Все. Теперь нужно подобрать биты и бас. Надеюсь, что это будет легко. Ну-ка. Бас. Вот это сойдет. Вроде все почти готово, но чего-то здесь точно не хватает. Нужно и это копируем, это оставляем, это убираем, этот что сделал, то убираем. Так, здесь надо поменять сэмпл, пусть будет квадратненький.
через один. Так вот, копируем, вставляем. Нет, это... Тоже сначала надо проверить, конечно. Нормально. Здесь еще надо поменять биты. Так, вот здесь тоже добавляем эффектора чуточка. Так, там параметры здесь эффектор. Выключаем байпас, создаем автоматизацию. Копируем, вставляем. Здесь тоже копируем и вот тут вот вставляем. Все. Easy. It's easy track. Вот хай-хет сильно выделяется, так что... Пожалуй, добавлю реверберацию. И теперь новые биты. Так, клонируем. И смотрим, здесь 4, тут тоже 4, наверное, хотя нет, ну-ка, попробуем так. Хай-хеты. Бас вообще не слышен. Надо сделать так, чтобы бас... ну, нужно повысить бас, а потом опустить, ну, чтобы она сама это делала. Или можно просто попробовать вот так вот так. Та-та-та-та-та. Выключаем это, включаем. Так, это здесь... Вот тут, вот, пожалуй, попробуем. Так вот и так вот. Это. Ну, попробуем. Сделать просто
по 4. И тут зависит, тут тоже зависит. Надо добавить еще кик какой-нибудь такой мягкий, четкий, сочный. Давай посмотрим. Да, это Саня. И вот так вот. Так, что-то вообще не то. А, добавим еще одного серума, пожалуй. Копируем, вставляем здесь Unison 7 и... Тут вот копируем. Здесь я бы добавил вот эту вот штуки. Вот. Оп, копируем. Ой. Не туда. Sorry, please. Вот здесь вот. Хай-хеты не помешали бы. Так. Вот так. Вот, кстати. Так я создаю теки, что тут непонятного. Могу запилить, типа, как я делал какой-либо трек, например, трек Wolf или Sphinx, либо Star Sky. Ну, я примерно показал, как я делаю треки, но это не так уж легко, не так уж для кого как. Я не профессионал в своем деле, конечно, хотелось бы, но я, мне, ну, есть такие проблемы. Не могу установить плагин Nexus Silent 1, Contact 5. Ну, вот эти плагины я не могу установить. И никак не могу найти нормальные нойсы. Вы, может быть, слышали, ну, почти во всех треках используются одни и те же нойсы, но... пожалуйста, скиньте вот ссылку на какие-либо сэмплы, обязательно с нойсами. И да, обязательно с нойсами. Все, у меня все. Можем послушать трек еще раз. Слушаем. Thank you.
Ну все. Что там говорят обычно? Блогеры. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что там еще. По-моему, все. Всем пока.